Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам несколько фактов об Айзеке Азимове и его книгах. Айзек Азимов известен всему миру как автор фантастических произведений и создатель трех законов робототехники. Мы собрали самые интересные факты о нем и его книгах. Один из величайших американских фантастов появился на свет 2 января 1920 года в Советской России, в поселении Петровичи Смоленской области. Родители назвали мальчика Исааком, но когда ему исполнилось 3 года, семья переехала в США по приглашению близкой родственницы. Уже в Бруклине Исаак Юдович Озимов стал Айзеком Азимовым из-за ошибок, случайно допущенных отцом в документах. Чтобы знакомым было легче запомнить правильное произношение его фамилии, писатель придумал забавную мнемотехнику. Он предлагал сказать «has him off», так, будто в этой фразе нет ни одной буквы «H». Несмотря на то, что Азимов провел всю свою жизнь в Соединенных Штатах, он никогда не забывал о своей малой родине. Фантаст вычислил точное географическое положение деревни Петровичи и не забыл упомянуть об этом в своей биографии «Пока свежа память». А в марте 1988 года петровичскому краеведу Валентине Максимчук пришло письмо от ее известного земляка, которое хранится в местном краеведческом музее до сих пор. Азимов был одаренным ребенком, из которого со временем вышел разносторонний и талантливый взрослый. В 5 лет он научился читать, в 11 сочинил и записал первую фантастическую историю, в 15 окончил колледж, в 19 – университет по специальности биохимия. К 21 году он получил степень магистра, а в 29 стал профессором Бостонского университета, где потом и преподавал в течение нескольких десятков лет. В общей сложности Айзек Азимов был обладателем 14 почетных ученых степеней разных университетов мира. После окончания университета Азимов долгое время занимался преподаванием. Тогда, помимо фантастических произведений, из-под его пера выходило множество научных и научно-популярных статей и книг. Среди его публикаций можно найти работы не только по его основной специальности – биохимии, но и труды по географии, геологии, астрофизике, математике, технике, кибернетике, медицине, лингвистике, психологии, истории и футурологии. Кроме того, им созданы путеводители по мирам Байрона, Мильтона, Шекспира и Библии, в которые он отлично ориентировался, хотя и считал себя атеистом. Благодаря авторским гонорарам в последние годы Азимов наконец смог полностью посвятить себя художественной литературе и был очень этому рад. Прожив 72 года, знаменитый фантаст успел написать почти 500 книг, причем только одна его двухтомная биография занимает порядка 1600 страниц. Коллеги-писатели в шутку называли его «человеком, пишущей машинкой» из-за того, что он работал по 14 часов в сутки, набирая текст со скоростью около 90 слов в минуту. В одном из последних интервью король научной фантастики признавался: «В 50-х годах, когда дети были маленькими, а я зарабатывал на жизнь преподаванием, я написал 32 книги. В 60-х – 70, а в 70-х, сосредоточив все свое внимание на писательской деятельности, 109. А вот за последнее десятилетие количество написанных книг перевалило за 200. Я начал, наконец-то, работать всерьез». Мало кто знает, но Азимов был автором не только научных работ и фантастических произведений. Среди его книг были стихи, юмористические сборники и даже рассказы о Бэтмене и Шерлоке Холмсе. Некоторые слова, прочно вошедшие в нашу речь, были придуманы Азимовым. Он является автором таких терминов, как «позитронный» и «психоистория» — наука о поведении больших групп людей. А вот слово «робототехника», которое также прочно вошло во многие языки мира, было образовано им от неологизма «робот», предложенного чешским писателем Карлом Чапиком для обозначения механических искусственных рабочих в его пьесе «Росумские универсальные роботы». Как и многие другие фантасты, Азимов хорошо понимал, к чему может привести человечество дальнейшее развитие науки и техники. Он предсказал появление 3D-телевидения, мобильных телефонов и скайпа, устройств для автоматического приготовления пищи и беспроводной техники. Писатель был убежден, что очень скоро в школах будут преподавать компьютерные дисциплины, что человек так и не высадится на Марсе и роботы не получат широкого распространения. Многое из его предположений сбылось, и, возможно, что-то еще из его пророчеств совсем скоро станет реальностью.
В своих интервью Айзек Азимов часто повторял, что никогда не забывал, где родился. Ему было приятно осознавать, что, по сути, он и первый космонавт Юрий Гагарин — земляки. В своих произведениях Азимов открывал неизведанные планеты и галактики, а в публичных высказываниях постоянно призывал молодых людей интересоваться наукой и побольше мечтать. За 11 лет до смерти легендарного фантаста американским астрономом Шелте Бассом была открыта малая планета с номером 5020, которой позже было присвоено название Азимов. А 4 марта 2009 года на Марсе появился одноименный кратер. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз.